День Победы – это праздничный парад. Едут танки и ракеты, маршируют, строят солдат. Что такое День Победы – это праздничный салют. Фейерверк взлетает в небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы – это песни за столом, это речи и беседы, это дедушкин альбом, это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы – это значит нет войны. Мы поклонимся России, краю дедов и отцов. Говорим тебе спасибо за священный вечный зов, с вечной верой в человека. Он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли.